Здесь мы имеем, что этот, я не знаю, ну что, переваривать, да? Желудок. Желудок, спасибо. Хочешь работать с желудком? А что не знаешь? Спроси, как у нее желудок. Помните, это японская школа. Смотрите, и это ваше. Вот эта вибрация, чтобы не так, ну так себе, а от этого места должно идти и вглубь. Не от... Так от голову вчера крутили, да? Не от силы, а от энергии. А зачем думать? Мы же говорили, думают мужчины, женщины делают, потом подумают. Убирай это горячо. Зачем тебе это вот надо? Ну так или иначе, как тебе хочется. И давай, нет. И тогда ее положите на живот. Я хотел вот это сделать. И покажу, как вот с таким моментом делать. Это будет японская намерение, но другая нет. Конечно, мы давайте говорим, договоримся. Я вас не учу здесь диагностировать докторским этим всем делам. Я вам говорю, холодно, жарко, липло, мокро, ветер, вот это ищите. И если вы хорошо знаете, где есть органы, файны, пусть видите, это хорошо. Но не знаете, либо как, либо только думаете, пока вы ясно не поймете. Чтобы видеть там все другое, ну, много каши надо скушать. Какая? Рука здесь, другая здесь. И вы делаете раскачивание, и очень осторожно, не физически делаете растяжку. Делаете расчастку. Значит, когда было вот это вверху, значит, вы раскачиваете, и ваше дело... Поняли? Ага. Это трудно, это нелегко. Это надо быть с человеком. Контакт. Если у человека расширенные вены, если вы будете бить, так если он вам ногой в голову не сделает, это хорошо, больно. И делайте это все осторожно. Не надо. Человеку и так не совсем хорошо.